Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, значит, пора вскрывать недельные сундучки. Есть только небольшая помеха, соседи. Я думаю, вы их еще услышите на протяжении видосика. Ну что ж, начнем. Начнем с Demon Hunter. Поехали. И это перчатки. Перчатки мастера Хаст, которые навряд ли мне нужны. Я их оставлю, потому что может быть всякое. Модификатор текущей недели кишащий, взрывоопасный, укрепленный. Большое количество усиленных по хп и атаке мобов, плюс выпускающих сферки, которые нужно убивать за 2-3 секунды, иначе они снесут 50% хп всей группе. Викауру на отслеживание этих сферок можно найти в ВК-группе во вкладке обсуждений. Скачиваете, устанавливаете, и все прекрасно работает. Показывается число сферок, и полоса с их хп подсвечивается, что позволяет намного проще их атаковать. Ну что ж, шаман. Это релик. Да, это релик, который... который даст мне 3 там левела, если я заменю другой релик. Окей, хорошо. Я сделаю это вне записи видео, поработаю с Тигелем, но я его точно вставлю. И, о счастье, сегодня мне упал квест на лесу. Сколько я в Легион играю? Ежедневно, да? Делая сундуки локальные, постоянно. Только сейчас леса упала. Как вам такое? Я думаю, это идеальные проки. Так, друид. На друиде КД партняжника я уже сделал. Вскрываем сундучок. Пелерина стыда. 970-го и там левела с сокетом. О, здорово! Ну, можешь, хватит уже. Пожалуйста. Самое главное, не забыть сокет вставить в этот ваш. Очередная реликвия, которая, в принципе, не нужна. Пускай этот лут копится на паладине, он места не занимает, и за паладина я активно не играю, как, в принципе, за друля. Почему бы и нет? Это что? Такое сверху происходит? Восемьдесят четвертый уровень артефакта, между прочим, для Блада. Может быть, я успею 85-й даже до припатча апнуть, но вероятность крайне мала, потому что в текущее время Warcraft не сильно меня привлекает как игра и игра вообще для стримов. Очко себе посверли, блядь. Так вот, насчет игр. В ближайшее время
будет небольшое смещение, да и голосование в ВК-группе. Не забывайте смотреть, все-таки там много всего интересного. О, это легендарочка на монаха. А ступни Крит Хаст. Будь бы наоборот, я, конечно, надел бы их. В таком случае я могу лишь только микрофон выключить. Это просто гениально, я считаю. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, миролюбивых соседей, ума побольше и берегите ноги. Участвуйте в обсуждениях ВК-группы, голосованиях и не забывайте смотреть ролики на Ютубе, посвященные различным интересным темам. Не болейте, до скорого!